Это моя первая и важная медаль в карьере. Так прокомментировала свой серебряный пьедестал Кубка мира по прыжкам на батуте Сейджа Максудова. Выход в финал по итогам квалификации придал ей уверенности. Ей совсем немного не хватило для того, чтобы взять золото. До этого нигде не выигрывала. Постоянно там 4-6 место. А сейчас уже, оп, 2 место заняла. И как бы очень приятно и горжусь, что наконец-то вот у меня получилось встать на пьедестал. Мы ждали этой медали на самом деле. Поэтому эмоции переполняют, конечно. И тем более еще приятно, что это в олимпийской дисциплине. Это первая взрослая медаль, именно женская медаль. Поэтому это здорово. По итогам предварительных соревнований в финал Кубка мира вышли 8 спортсменов. Сейджан уступила россиянке Ирине Кундиос. Азербайджанская гимнастка набрала 52,780 балла. В финале более уверенная была. Тем более я вот 8-я выступала, как бы все своих соперниц увидела уже. Но я как бы всегда стараюсь не смотреть на своих соперниц. Ну, я настраивал на этот старт, что надо заходить и делать с настроением. В финале, конечно, я тоже нервничал, потому что я вижу, что спортсмены ошибаются. Это тоже был соблазн такой, чтобы и полегче комбинацию, но уверенно сделать. И буквально за 15 секунд мы решили, что иди в свою сложную. Сейджан постарается не останавливаться на достигнутом и будет покорять новые вершины. Кубок мира помог ей приобрести хороший опыт, и она будет совершенствовать программу своих выступлений. Исправить ошибки свои после этих соревнований, поднять, наверное, высоту, потому что я видела, как девчонки прыгают высоко, и за счет высоты тоже набираются у нас баллы. Вот. И, конечно, вот на Кубке мира, на следующей и на Европе как бы быть в финале. В этом году Сейджа Максудова примет участие в нескольких международных турнирах и будет достойно представлять свою страну в борьбе с сильнейшими спортсменками мира. Полную версию интервью Сейджа Максудовой и главным тренером сборной Владимиром Шуликиным смотрите сегодня в передаче «Про спорт» на телеканале CBC. Эмин Ахмедов, CBC.